Всем привет! Сегодня 1 мая. Поздравляю всех с праздником весны, труда, мира. Погода прекрасная в Москве, стоит 23 градуса. У нас вот уже распускается зелень, если видно вам немножечко там с балкона. Сейчас хочу с вами приготовить завтрак. Это сулугуни. Сегодня хочу с вами приготовить несложный завтрак, такой на скорую руку. Это жареный сулугуни. Покажу, это все просто, быстро, так что давайте приступим, будем делать. Итак, что нам понадобится? Это сыр сулугуни, яйца, 2 яйца, здесь у меня я их уже сболтала, и панировочные сухари. Вот. Итак, приступим. И сковородка, конечно же. Итак, сперва мы нарежем сулугуни не тонкими кусками, примерно вот такие кусочки, квадратики мы нарезаем. Так, нарезаем толстенькими квадратиками. Так, сковородку сейчас я поставлю на огонь. Сковородку поставить, чтобы она разогревалась. И вот так вот режем сыр. Так, берем кусочек сыра, обмакиваем его в яйце, потом в сухарях хорошенько. Опять в яйце и еще в сухарях, чтобы корочка у нас была побольше. И выкладываем на сковородку. И так вот. Все кусочки мы делаем хорошенечко в сухарях, в яичке, опять в сухарях. Вот все положила на сковородку, жарится. Можно огонь уменьшить, чтобы, ну, средний огонь. Вот у меня, например, на тройке стоит. И жарить, обжарить с двух сторон до корочки золотистой. Вот один раз я перевернула уже. И вот такие вот золотистые они получаются. Вот такой сыр у меня вышел. Видите, он растаял, корочка появилась. Сейчас будем пробовать. Итак, мы начинаем пробовать наш сыр, что у нас получилось. Вот кофеёк я налила. Так, пробуем. Вот, видите, получился он вот такой мягкий. Он немножко остыл уже у меня, но все равно еще вот тянется. Вот видите, вот так это получается. Вот. Это очень вкусно. Очень вкусно. Получается хрустящая корочка. Сыр тянется. Сулугуни вообще очень вкусный сыр. Поэтому я вам советую делать такой завтрак. Это очень вкусно. Приятного аппетита. Пока.